Очередной подарок наши фермера приготовили рашистам. Это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех рашистов, которые ее воровали у фермеров. И это очередной вид партизанского движения, сопротивления, которое есть на сегодняшний день на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось с сильным упорным трудом наших фермеров.